Мы находимся на... Что мы находимся? Это кирпичный заброшенный завод. Вот, кстати, узкоколейка, по которой что-то, возможно, завозили. Здесь вот разветвление. Это все где-то в Сергиев Посаде находится сразу. Больше похоже на газовую систему какую-то. Печь, скорее всего, это... Хотя нет. Смотри, вот эти вот вентили сверху, они как раз регулировали вытяжку, понял? Угу. Вот эти вот дыры, это и была сама вытяжка. А вот это вот все, смотри, это вот это вот все склады кирпича, огромные склады кирпича, глянь, там тоже. Там стенами лежат заложенные блоками. И вот сюда ввозят, пошли по коридору пройдемся. Да, видел. Тут второй туннель. Слышно, второй параллельный такой же туннель. Огромный. Да, потом вернемся. Блять, воняет вообще пиздец. Вот это вот были печи. Ладно. А там обычная сушка, скорее всего. Слышишь, типа трясины, смотри.
Да, короче, мы обошли еще один объект, который был кирпичный завод заброшенный, частично. Так как здесь большое количество кирпича, сделанного, запрессованного, но не прогретого. Он сейчас стоит, я вам показывал. Говорил тихо, так как повсюду охрана здесь, на самом деле, есть собаки и подобное. Ну, пользуясь случаем, что, скорее всего, идем на выход, надо отметить. Давай пойдем. Закрой, блядь. Да, она на цепи. Она не пройдет. Хотя она, кстати, может и добрая. Алло? Алло, алло. Владимир Владимирович? Так не... Ну, зачем ты мне телефон оборвал? Ну ладно, еще в следующий раз с президентом поговоришь. Какие? Давай, иди. Ну не бойся, иди сюда. Иди сюда.